А сегодня у нас будет не менее интересная серия. Есть у меня новенький приборчик, сейчас вам покажу. Хейтерам по жопе надувать вот этой вот балумбой. Ну, походим. Были тут у нас и динарики, и золото тут выпадало тоже. Но тут такие немножечко маленькие холмочки невысокие. Я на этих холмочках когда-то с теркой очень удачно копал динарики. Я сегодня с ногтой их делаю всех. Снял вам до свидания. И тут Геша наныл 100%. Конечно. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Друзі, всім привіт! Це новий випуск каналу «В поисках золота Україна». Вибрались ми покопатися на такі от інтересні місця. Хто смотрел предыдущую серію нашої розвідки, де ми знайшли городище раннього Железного века, ждут продолжения. Хочу вас немного огорчить. Продолжения пока не будет, потому как до тех ручьев, до которых я собирался дойти, я не дошел. По объективным причинам был открыт сезон охоты, и мы уперлись в охотников. У них там был загон, и дороги были все перекрыты, поэтому мы туда не добрались. Но мы туда обязательно доберемся и обязательно снимем продолжение этой серии. А сегодня у нас будет не менее интересная серия. Есть у меня новенький приборчик, сейчас вам покажу. Сделаем распаковочку, я его соберу и попробуем на таких вот прекрасных местах походить, что-то поискать. У нас сегодня разведка, и сегодня у нас еще и запланировано несколько полей, на которых мы копали. В общем, смотрим распаковочку прибора, друзья. Друзья, вот такой вот приборчик Simplex Plus. Сейчас мы его распакуем, посмотрим, что там внутри у нас есть, и соберем его. Значит, что тут у нас? Руководство пользователя, зарядки, шнурки. Так, наверное, вот так вот надо сделать. Сейчас сразу и обзорчик на него снимем. Вот такой вот приборчик. Здесь что у нас? Это, наверное, под катушку. Это под зарядку. Так. Чем-то напоминает Equinox. Ну, давайте сразу плюсы и минусы будем рассматривать. Значит, подлокотничек, ничего такой мягенький. Ручечка, в принципе, удобненькая, прорезиненная. Кнопки. Так, ладно, смотрим дальше. Что тут? Штанга. Одной рукой так неудобно это все делать. Так, штанга, я вам скажу, как размер, наверное, такой же, как у Деуса. Это средняя штанга, это нижняя штанга. Нижние штанги пластмассовые все идут. И катушечка вот такая вот ДДшная. Ну, пластик такой приятненький. Пластик приятненький. Штекерочек такой вот. Кабель, кстати,
тоже не жесткий. Ладно, сейчас я это все соберу и пойдем поищем. Посмотрим, что нам сегодня Simplex найдет. Сейчас соберу, друзья, все. Собрал я приборчик, друзья. Вот так вот он выглядит в собранном состоянии. Что я вам хочу сказать, очень даже ничего. Значит, по настройкам вам, наверное, все-таки лучше посмотреть видео барсука. Я буду ходить вот во второй программе. Видно вам там что-то, не видно. Во второй программе. Кто хочет более детально разобраться с настройками, посмотрите видео барсука. Он там четко, понятно рассказывает, как настроить Simplex. В общем, копать мы будем на таком вот поле. Пацаны уже пошли. Это я тут еще вошкаюсь возле машины. Значит, сейчас выходим в разведку. У нас Тёмыч пошел сюда, вот пошел правее. Колян прямо, а Енчик у нас пошел туда, вот за посадочку левее. В общем, сейчас мы тут походим, поищем, будут какие-то находки. Вы все увидите. Мне, честно говоря, самому интересно, что нам сегодня выдаст вот этот вот чудо Simplex. Так что, друзья, давайте не будем терять времени. Закрываю машину и погнал. Смотрите. Что, друзья, недалеко я отошел от машины. Вот там вот, где деревья, машина наша стоит. И Simplex выдает у нас первый монитосик. 5 копеек, похоже. Сейчас посмотрим. Да, пятачок. Какой там год. Сигнал, кстати, такой хороший был. Блин, надо было заснять, но я что-то подумал, что какой-то шмурдяк. Не знаю еще прибора, не знаю, как бьют. 5 копеек пролетарии. Ну вот вам, пожалуйста, первая находочка. Пойдете. Это Артемыч там тоже каких-то светов накопал. Но буду глянуть. В общем, сейчас чуть-чуть здесь походим. Что-то тут как бы не совсем есть то, что мы ищем. Но места очень шикарные. Очень шикарные. Смотрите, что тут. Красотень какая. Красотень. Поселение с той стороны было. Вот такие вот разрезы, разливы. Река была хорошая, здесь разливалась. Пацаны туда пошли, на ту сторону, за яр. В общем, я иду дальше искать. Закапываю ямку. Смотрел видео Инны Копейчуни. Лазит с той стороны посадки, говорит, керамика есть. О, видите, вот там разведка. Тёмыч говорит, что есть керамика. Сейчас пойдем на ту сторону посадки, посмотрим, что там. Ага. Нашли керамику, ребята. Смотрел видео Инны Копейчуни, как она там ямы зарывала. Ну как, каким можно быть мудаком, чтобы не закопать ямку? Вот 3 секунды, и все закопано. Взял ногой, завернул, и все. Красота. Вот такие вот грустные дела, в общем. Закапывайте ямки, будьте нормальными людьми, а не петушками. Значит, идем сейчас за посадку и попробуем там походить. Говорят, пацаны, вроде как есть керамика. Ладно, смотрите, не переключайтесь. Эта Коляночка мне тут подкрадывается сбоку. Ходили мы, значит, за вот той вот посадочкой, друзья, по выпасу. Нашел я там 5 копеек. Вот сейчас вот вышли вот в такое поле. Оно не засажено, это трава повсходила. Вон есть побольше, есть поменьше. Трава, в общем. И есть у меня монетка, друзья. Монеточка била очень хорошо. Сейчас, кстати, покажу вам, как била. 95. Било 95, 96 даже показывает.
И это неудивительно, потому что монетка здоровенная. Что такое? Копейка какая-то, наверное, да. А, две копейки. Две копейки. Потом вот, где тут вот. Вот здесь где-то должен быть. Сейчас посмотрим. Я еще с лопатой умудрился цепануть. Не видно года, друзья. Ну, в общем, вот такая вот шайбочка выпала. Берем, направляемся мы вот туда, вот в ту сторону. Вот там пацаны где-то керамику нашли. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Потеряха, скорее всего. Потому как для этих мест она не характерная. Ямы закапываем. Будем вести себя культурно. Ну вот не тяжело ж взять и закопать ямку. 5 секунд времени. Ладно, друзья, идем. Колянку-то там сигнал вынюхал. Не, бросил. Идем. Идем дальше, смотрите. Колянчик на бугорке, я зацепился за какую-то находочку. И у меня есть, смотрите. О, вот это вот находочка. Просто класс. Такая. Хейтерам по жопе надавать. Вот этой вот балумбой. Да, находочка. Разыграем между хейтерами нашего канала вот эту находку. Так, идем все дальше, друзья. Сейчас перевалимся через этот бугор и посмотрим, что там. Там должна быть керамика. Идем, смотрите. Вот туда вот нам надо. Вот туда. Но, друзья, смотрите. Вот вам и керамика. Пожалуйста. Керамика светленькая. Может, хуторщина какая-то, а может быть и не хуторщина. В общем, сейчас я тут чуть на этом бугорке похожу. Это вон Колян, видно, копал ямки закопанные. Похожу. Есть керамика, надо ходить, в общем. Места просто шикарные. Я сейчас на таком горбу стою. Вот там вот низина слева. И вот там вот низина справа. Я на самом высоком горбу. Тут бы очень хорошо мог разместиться курганчик скифский. Так все видно. Шикардос. Ладно, похожу здесь сейчас, посмотрю, что тут. Может, что-то будет, какие-то находки. Разбежались мы, друзья, по полю в разведке. Это Гешка там ходит где-то. Пацаны туда пошли за ручей, а Колян за вот этим вот бугром. А у меня есть монетка Била. Сейчас вам покажу. Семьдесят три где-то и Била. Монеточка. О, блин, печалька какая-то. Что-то польское, что ли? Блин, что такое? Тут не видно. Какой-то вензель просматривается. Это Польша, я думаю. Зализанная в хлам. Ладно. Берем вот эти вот места, я выхаживаю. Мне почему-то кажется, что река у нас, смотрите, вот там вот река. Я думаю, что здесь, наверное, какой-то был залив. Вот тут низина дальше. И, возможно, какой-то был здесь, может, раньше то ли ручей, то ли залив. И доходил до туда, а там могло быть озеро. Я вот тут вот по этим вот горбочкам шатаюсь. Так что вот такие вот дела. Идем искать дальше. С симплексом хожу.
Ну, такое что-то находит. Посмотрим, что дальше будет. Не переключайтесь, друзья. Переехали мы, друзья, на новое место. У нас Коляныч пошел на ту сторону ручья. Сейчас будет пробивать вот этот вот бугорочек. А мы с пацанами отправляемся вот туда вот. В дальние дали. Вон они уже идут. А я их догоняю. Вот туда нам надо аж ближе к ручью идти, где-то нам метров 800, где-то 900 может. В общем, идем туда, сейчас там будем копать. Вот такие вот у нас поездочки. Идем, в общем, друзья, смотрите. Итак, друзья, добрались мы до речки. Пацаны ходят на вот тех вот буграх. Я поднялся выше. Вот это вот у нас Генчик ходит. Колян в разведке. Есть у нас первая находка по древности симплексом. Смотрите, что мне тут вывалилось. Какой-то кусочек бронзы. Но вот со значками. Возможно, даже что-то было. Не знаю, какая-то, может, ременная накладка. Тяжело сейчас сказать, что это было, но тем не менее сопутка какая-то вылазит. Геша у нас нашел спинку с фибулы. Вот тот вот бугор он выхаживает. Генчик с Деусом ходит с большой катушкой, с эллипсом. А я хожу с симплексом. Вот он стоит. Неплохой, в принципе, прибор, что я вам скажу. Что-то ищет. Это, конечно, не Деус, потому как сравнивать особо нечего. Два абсолютно разных прибора, но вот вам первая древняя находка. Будем ходить. Место, в принципе, не сильно копанное. Это мы уже тут ямок немножко нарыли. Ну, походим. Были тут у нас и динарики. И золото тут выпадало тоже. В общем, я иду искать дальше. Ямки, как всегда, раз и зарыл. Делов 2 секунды. Иду искать, друзья, дальше. Попробую с Гешей вот здесь вот по этому бугру походить. Может, что-то вылезет. Смотрите. Пацаны все ушли на тот бугор, а я топчусь все здесь. Есть вот такая вот у меня находочка. Она вот так вот, когда вывалилась, я подумал, блин, думаю, копье какое-то. А не, не копье. Какая-то шляпа. Я даже не знаю, что это такое. Странная штука. Ну, кованая, старая. Старая кованая. Железо. Может, кто-то знает, что это такое. Ребят, напишите в комментариях. Будет очень интересно узнать. Ну, вот такое вот. Заберу с собой ее. Тёмыч железо у нас собирает, ему отдам. Выхаживаю. Вот этот вот бугорочек. Сейчас здесь похожу и потом планирую перейти вот туда вот на следующий. Походить там. Поселение было здесь вот так вот вдоль этой реки и тянулось в ту сторону. Ладно, друзья, смотрите, я пошел искать. Пацаны забрались на самый верх бугра. Вот там вот ходят.
Это Артем. Где-то там Генчик. Вот Генчик. А у меня есть находочка, друзья. Сейчас вам покажу. Симплекс, шмимплекс. Смотрите. Боратинка, по-моему, вывалилась. Или что это такое? Какая-то говномонета очередная. Очередная монета. Что это? Кто солит может? Блин, вообще ничего не видно. Что же это такое? Что же за монеты такие? Ну, в общем, находка. Находка. Значит, топчусь на вот этом бугрочке. Пришел я, друзья, вот отсюда. Там походил. И что-то пока ничего, как-то грустно. Еша там с Тёмычем пару фибул понаходили. В общем, сейчас пойду, наверное, вот туда вот, где то дерево, за бугор. Попробую, там керамики больше было. Сюда как-то меньше я пошло. Пробую там походить, в общем, смотрите, я искать пошел. Зашел я, друзья, за бугор, это Вадим там ходит. Пока шел, смотрите, собирал керамику. Вот такие вот битые горшки. Это какая-то тарелка, по всей видимости, была. Прикольная такая. Вот такая вот еще. Вот кусочки разные. Керамика. Есть светленькая, есть темненькая. Но вот это вот то, что надо. Она серого цвета. То, что надо. И в разрезе, видите, серенькая. Есть у меня находочка, друзья. По древности. Смотрите. Фибулка вывалилась. Фибулка. Ой, она еще, по-моему, в позолоте была. Или это бронза такая? Нет, это такая бронза. Находочка. Вот ржавчинный кусочек остался на ушке. Фибулка. Первая фибула с симплексом, друзья. Так что ищет приборчик. Ищет. Ладно. Берем находочку. Идем искать дальше. Продвигаемся мы. Вот туда вот. Это Тёмыч тут крутится. Крутится, выхаживает. Привет, он вам машет, передает. Я фибулу нашел, Тёмыч. О, красавчик. Такая. Полярные знаки рисуют. Я вижу, тут круги на полях наматываешь. У Тёмыча, видите, у него свой подход к поиску. Он кругами расходится. Раскручивается. Блин, ветер, не знаю, как там слышно будет. В общем, продвигаемся мы. Вот там вот где-то наша машина стоит. Сейчас вот так вот по краю поля пойдем и выйдем к машине. Будем куда-то дальше переезжать. Что-то тут пока есть. Грустненько, грустненько. Пацаны тоже каких-то фибул понаходили. Вадим нашел несколько фибул. Еша, Тёмыч. Но такое, динариков нету пока. Жалко. Ладно, друзья, смотрите, мы дальше пошли. Друзья, смотрите прикол, это Тёмыч тут круги нарисовал на полях. У него такая техника выхаживания. Вот здесь вот я сейчас выкапываю фибулу. И вот еще одна. Еще одненькая. Вот такой вот у нас поворот. Вообще какая-то загнутая такая. Какие-то они как в позолоте, вот кусочки, остатки позолоты. Слышь, Тёмыч, это тоже какая-то такая, как будто в позолоте, вот. Краешек, смотри, я тебе сейчас покажу. Вот, видишь? Вот. Я вижу, да. Кусочек какой-то, да, как будто позолота там на нем. Блин, да? Позолота, как да? Как будто да. Прикинь. Как будто да. Вот, видите? Или, может, до латуни оголилась просто? Ну, непонятно. Может, но
Мне кажется, что остатки позолоты. Вот он еще одна, пожалуйста, фибулка. Тут хатка стояла. 100%. Сейчас чуть-чуть покрутимся и будем идти в машине. Смотрите, друзья, не переключайтесь. Переехали мы, друзья, на другое поле. И вот смотрите, вот это то, о чем я говорил. Ну как можно быть таким петухом, чтобы не закопать яму? Ну как? Ну да, он возьми вот так ногой, загреби ее, блин, ну 3 секунды времени. Взял, загреб и пошел дальше. Ну как можно быть таким уебаном, блядь? Смотрите, еще одна. Ну дятел какой-то, блин. Зла не хватает. Просто дятел конченый. Вот как взять, не закопать яму? Ай, блин, злости нету. Что вам сказать? В общем, ходим. Ходим, поселение здесь было. Будем ходить. Колян там зацепился возле дороги. Империю какую-то копает. Где он там? Вон он. Копает какую-то империю. Пацаны пошли в ту сторону. А я пошел сюда. В общем, ходим. Будем ходить искать. Из-за таких дебилов, которые не закапывают ямы, настроение портится. Я смотрю, он дальше еще не закопанное. Ну, конченое, одним словом, что тут скажешь? Конченые. Смотрите мое видео, знаете, что вы конченые. Я пошел искать дальше, друзья. Смотрите. Друзья, что я вам хочу сказать. По моему довольному выражению лица вы уже, видно, поняли, что у меня есть интересная находочка. Пацаны пошли в ту сторону. Я пошел в эту. Почему пошел в эту? Я предысторию немножко расскажу. Я здесь когда-то еще с теркой. Но тут такие немножко маленькие холмочки невысокие. Я на этих холмочках когда-то с теркой очень удачно копал динарики. Вот сейчас с симплексом я вышел же в это же место. И есть у меня динарик. Сейчас я вам покажу. Смотрите, друзья, не глубоко лежал. Вот он. Динарик же. Динарик. Динарик. Развернусь от ветра. Динарик. Хорошенький какой-то. О, блин, тут ничего не видно. С этой стороны. Залипший. Капец. Ой, он и с этой стороны залипший. Блин, по-моему, Веспасиан мордатенький такой. А может и нет. Блин, залепило его, конечно. С одной стороны вроде нормальный. Может, горел какой-то такой интересный. А с этой стороны не чистится. Но серебро хорошее. Полежит в лимонке. Будет очень даже красивенький динаричек. Что на легенде, вообще непонятно. Но тут, по-моему... Блин, а может и не Веспасиан, друзья. Кто знает, что за император, напишите. Вот вам, пожалуйста. Вот вам и Нокта Симплекс. Ищет динарики. Ищет. Класс. Не глубоко он лежал, но сигнальчик был очень хороший. Сейчас, кстати, вам продемонстрирую. В общем, класс. Класс, надо только его отмыть. Кайфово. Сейчас Тёмычу скажу по рации. Тёмыч, прием. Прием. Тёмыч, я динарик нашел. Поздравляю, а где ты? А я пошел правее вот от машины сюда. Я тут с теркой когда-то ходил, динарики собирал. А, принял.
Они вот там вот все ходят. Вот там вот. Там тоже были находки. В общем, сейчас я тут буду крутиться, друзья. Вот это вот все выхаживать. Вот это. Я вообще шел сюда вот. На вот этот край. Потому что основная масса находок у меня была здесь. Но сейчас начну здесь выхаживать, в общем. Выхаживать. Ладно, друзья, смотрите. И я пошел искать дальше. Динарик, динаричек. Сейчас сфоткаю, кстати, в Инстаграм выложу. Кто не подписан на мой Инстаграм, подписывайтесь. Ссылочка есть в описании к видео. Идем дальше искать. Друзья, друзья, есть у меня находочка. Отковырял сейчас, блин, пальцами. Вот здесь вот замерзшая земля сверху. Растаявшись, а дальше идет твердая. Смотрите, отковырял сейчас пальцами обломанный антонинянчик. Блин, да что ж ты падаешь? Прикиньте, находочка. Что же он такой? Бедолашка погрызенный. Блин, жалко, не целый. Бил так хорошо. Забираем. Забираем. Расколол его, конечно. Да. Здесь топчусь. Друзья предлагают переехать дальше. Там средневековье где-то есть. Я бы походил еще, если честно. Динарик, антонинян. Блин, не хочется уезжать. Сейчас посмотрим, в общем. Ладно, друзья, потихоньку пока буду продвигаться вот так туда. Может, они меня там на машине заберут, если будут переезжать. Ладно, смотрите, я пошел. Симплекс ищет, как оказалось. В общем, решили мы, что пацаны переезжают, а я остаюсь. Они поедут на средневековье, а я тут потопчусь, на обратном пути меня заберут, в общем. Есть находочка, друзья. Сверху лежала. Ногой ее отгреб. Спиночка с фиболы. Вот так вот. Хорошее место. Буду здесь крутиться, пока меня не заберут. Нехожено, можно ходить. В общем, ладно. Идем дальше. Спиночка с фиболы. Находка. В общем, друзья, докладываю обстановку. Пацаны решили никуда не ехать, а прийти ко мне. Эта колянка мне тут подбирается. Поближе, поближе. Где он? Вон он. И у меня есть находочка. Сейчас я вам покажу. Находочка, печалька, но... Но это же находочка. Находочка. О. И дали. Половинка для местного динарика. Фаустина еще и была. Прикиньте. Сейчас развернусь так, чтобы ветер не задувал. Фаустина. Видно вон ее профиль. И волосы собраны сзади в курдульку. Блин, жалко. Жалко, что поломанный. Да. Но ничего. Находка все равно. Блин, слушайте, ну... Что вам сказать, симплекс ищет. Я сегодня, по всей видимости, откопался на сейчас лучше всех. Ладно, друзья, забираем эту грусть, печаль. Идем дальше. Выхаживаю я вот этот вот все квадрат. Двигаюсь оттуда, от межи, и иду сюда. Вот так вот на бугорочек чуть поднимаюсь и спускаюсь вниз. Ладно, идем дальше искать, смотрите. Друзья, моей радости нет предела. У меня есть еще одна находочка, сейчас вам покажу. Тут Вадик ко мне подошел, подкрадывается. Коляныч где-то. Где-то там ходят, пацаны ходят там. Сейчас покажу вам находку. Сейчас от ветра отвернусь. Смотрите, есть еще один. Есть еще один. Ой. Аврель или комод. По-моему, Аврелий. Антонинианус.
Дим, по-моему, Аврели, если я не путаю. Ага, вот так вот поворачивается. Иди глянешь. Покажу тебе. Смотри. Первый такой залипший был, этот вообще шикарненький. Аврелий, да? Угу. И бил так же само, как и тот первый. Прикинь, по видео я показывал. Класс вообще. Офигенно, правда? Угу. Динарик, друзья. Нокта. Я сегодня с Ноктой их делаю всех. Красота. Сейчас я Тёмычу скажу. Сейчас я его зафоткаю. Вот так вот. Сейчас я Тёмычу сообщу. Тёмыч, прием. Прием. У меня Марк Аврелий. Принял. Красавчик. Все, друзья, я иду искать дальше. Нет смысла переезжать. Находки лезут, надо ходить. Все, погнали. Это Тёмыч там ходит. А я иду к коллеге. У него есть динарик. Ходим рядышком. Выходил все-таки. Так что я же говорил, что тут надо... В этом уголочке надо топтаться все-таки, видишь? Ну. Что там у тебя показывает? О! Кто или... такой? Или Комод или Аврелий? Давай. Или Комод или Аврелий. Посмотрим. Ага. Мне кажется, Комод. Комод. Да. О, ничего такое, смотри. Симпатичный. Поедет. Поедет с нами в Житомир. Подвезем его, да? Ага. До города. Так, это вон Коляныч там топчется. И Геша. Вся банда в сборе. А у меня там сигнальчик, кстати. Я думаю, что Фибула. Сейчас попробуем копнуть онлайн. Керамики здесь, смотрите, кстати. О, видите? Керамики куча. Вот такая вот толстенькая, светленькая. Тоже черняхи, кстати. Кто думает, что черная керамика, черняхи? Нет. И не только черная, но и светлая. Давайте сейчас глянем, что у меня тут за сигнал. Так, сейчас попробую коса. Сейчас попробуем онлайн это все дело копнуть. Неудобно одной рукой, но... По-моему, выкопал. По-моему, я ее даже вижу, эту проволоку. Но звенело, как фибула. Забираем. Мы мусор весь выносим с поля, друзья. Так, сейчас будем тут крутиться. Будем крутиться, может еще что-то вылезет. Смотрите, я пошел искать дальше. Друзья, уже вечереет, и будем мы на сегодня заканчивать наш коп. Пацаны еще ходят, а я потихонечку буду продвигаться в сторону машины, похожу возле дороги, может там еще какая-то империя вылезет.
Хочется подвести итоги. Выехал я с симплексом. И что я хочу вам сказать. Первый мой коп с этим прибором. В принципе, динарики он цепляет неплохо. Пластик увидит. Ну, видит так себе посредственно. Если сильно сверху лежит, не глубоко, то может зацепить. Но динарики видит хорошо. Причем я брал динарик, тот, который нашел, тестил его. Ложил и плашмя, и ложил на ребро, и видит он его одинаково. В принципе, такая же самая функция и у Деуса. Деусу по шарабану, как там лежит динарик, он его будет видеть одинаково хорошо, или плашмя, или на ребре он будет. Выездом я, в принципе, доволен. Два динарика нашел, несколько еще монет накопал, несколько фибул. В принципе, хорошо. Прибор в целом понравился, я вам скажу честно. Можно ходить, единственный момент, мне все-таки Деус легче. Мне Деус легче, хотя рука у меня не устала с ним ходить целый день. Нормально, сбалансированный. Нормальный прибор за эти деньги, в принципе, неплохой. Будем, в общем, заканчивать. Продвигаюсь потихонечку к машине и будем собираться ехать домой. Всем, друзья, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь обязательно на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Я надеюсь, что мы все-таки доберемся до тех ручьев, куда мы не попали из-за охотников. Я думаю, что мы все-таки туда доберемся и снимем продолжение той серии, которую не сняли. Все, друзья, всем удачи, всем пока. Друзья, иду к Енчику под занавес копа. Я уже выключил камеру, снял вам до свидания. И тут Геша наныл 100%. Ну, конечно. Шайбы какие-то лезут, да? Показывай. Еще сам не видел. Так может ты первый посмотришь, а я сниму. О, вот тебе и раз. Веспасиан, что ли? Угу. Веспасиан, скажи мне. Ой-ой-ой, какая легенда. О, красава, прекрасная. Блин. Под... Я же, ну, ерунду не купаю. Рукопожатие? Да, прикинь. Да. Веспасиан, да? Угу. Господи. Ну, Геша, да, он всегда такой. Он если копнет, то уже копнет конкретно. Да. Хорош, хорош, Динарич. Старался как мог, да. А покажи легенду еще. Покажи легенду, переверни. Не, это доминициан. Доминициан? Да. Это доминициан. Ну-ка пожать. Ага, прикольно. Вот написано, видишь? Плохо видно, но... Вот. Доминициан. Доминициан. На. Ну, все, красавчик, Геша. Ставим, молодец. Ставим лайки, пишем комментарии. Красава.